До сих пор уверены, что бедрышки, крылышки и грудка – самые вкусные части птицы? Прямо сейчас вы убедитесь, что изысканный деликатес можно приготовить из самой, казалось бы, несъедобной части курицы – гребешков. Как отходы превратить в любимое блюдо вашей семьи, расскажет мой друг, кулинар Сергей Калинин. Встречайте! Сенсация! Готовить из того, что иногда кажется просто несъедобным. И в том, что из гребешков можно приготовить деликатес, сомневаюсь не только я, но и мой друг Самвел Адамян, который сегодня среди гостей. Ну, мы поспорили с Серегой, он сказал, что он может приготовить из чего угодно. Но я так подумал, гребешки куриные. Ті, що на бікрень висять. Ну, от он сьогодні приготовив. Я йому придумав наказання, що якщо він буде невкусним, то він надіне костюм петуха і буде десь в торговому центрі ходити к людям, приставати, фотографуватися. А якщо вкусно приготовиш, тоді? А якщо буде вкусно, то мені нічого не залишається, як предложити зробити те ж саме Самвелу. Та здравия. Да, прокукарекав. Хорошо. Хорошо, договорились. Костюм петуха безразмерный. Да. И кого-то мы в нем обязательно увидим. Не пропустите. И мне еще нравится, что я не поспорила, то есть меня вы в нем не увидите. И один им курицы будет ходить с нами. Великие китайцы, одни из лучших кулинаров в мире, жарят все, что угодно. Одну практически несъедобную часть курицы, а именно куриные лапки, Эктор Хименес Браво приготовил на кухне «Все будет добро», так что просто пальчики облизали. Эктору. Я вижу, вы там на мастер-шефе неплохо развлекаетесь. Дошла очередь и до гребешков. Так что можешь, Сереженька, приступать. Примерять костюм петуха можешь уже, Сереженька. Головы покупают, например, чтобы варить бульон или кормить животных. Да. А гребешки могут оказаться деликатесом, который вам достался практически за копейки. Да. Это просто находка. Они мягкие, нежные. Если их правильно приготовить, они будут просто таять во рту. Посмотрим. Давай. Давайте получится. Готовить. Да. Нам понадобятся, конечно же, гребешки. Они уже предварительно отварены в слегка подсоленной воде 30 минут. И потом у нас есть ингредиент. Это сельдерей, ароматический овощ, лук-порей, морковка, перец. У нас здесь соевый соус, лимон, сливочное масло, мед, чеснок, вино. Твое здоровье. Первый этап. У нас подготовлены уже гребешки. Нужно слить воду и тщательно промокнуть их от лишней влаги, поскольку мы потом их будем жарить. Для того, чтобы просушить гребешки и убрать лишнюю влагу, мы будем использовать бумажные полотенца. Наши полотенца двухслойные, быстро впитывают лишнюю влагу и не прилипают к продуктам. А увеличенный рулон полотенец с центральным извлечением листов обеспечивает максимальное удобство в использовании во время приготовления блюд. Очень удобно. Мы тщательно первую воду слили и теперь выкладываем на полотенце. Это такие страшные гребни. И промакиваем еще и сверху потом. Так, и делаем вот так вот еще. Так, мы удалили всю лишнюю влагу. Следующее, нам необходимо приготовить соус, в котором мы еще 30 минут будем тушить гребешки, для того, чтобы они получили новую текстуру и новый вкус. Угу. Я попрошу тебя нарезать лук-порей, только белую часть. Разрезаешь каждый вдоль и потом соломкой еще раз вдоль. Можно нарезать тоже соломкой перец. Ну и нарезаем, собственно, соломкой. Ой, Надя, у тебя такая красивая нарезка вообще. Ты молодец, так режешь хорошо. Что случилось, Самвел? Жду уже какого-то подвоха. Нет, просто комплимент тебе, ты хорошо режешь. Спасибо. Кстати, Сереж, ты сейчас стал уставать. Нагрузка большая. Есть такое дело. Да? Да. Ну, удается ли тебе получить удовольствие от того тяжелого съемочного процесса на «Мастер-шефе», в котором ты участвуешь? Ну, тяжелый, может новая быть, задача. Но я получаю удовольствие. Мне вообще нравится телевизионный процесс как таковой, съемочный. Мне интересно все. Я лезу, куда меня не просят. Я уже знаю, на какой частоте, как включаются у нас передатчики, системы аудио и то, и все. То есть мне интересно все, что происходит. Поэтому... Мне кажется, тебя мало они загружают, раз ты лезешь везде. Не, мне интересно. Всегда интересно знать, как работает то, в чем ты участвуешь. Ну, а что насчет участников? Как тебе сезон? Участники выше, чем прошлый сезон точно. Пусть никто не обижается из знакомых нам людей, но... Я не с прошлого сезона. Я не на тебя смотрю. Они с самого начала начали вникать в кулинарию. Пытались сделать, получалось, не получалось, но вот они гастрономически хорошо очень подкованы. Сковородка у нас тут уже, если не горячая, то почти горячая. Можно брать вино, и оно сейчас начнет шипеть. Теперь я использую один из самых своих любимых поварских способов, как быстро выпарить вино. Я нагреваю сковородку до максимума, так, ну, практически до максимума, поскольку это все-таки не пригораемая сковорода. Выливаю туда вино, оно начинает чух,
В экипаже алкоголь сразу выходит. Я взял порядка 150 миллилитров вина. Выкипает вино, а может быть, тем временем можно что-то еще? Так, у нас есть перец чили, мы должны с тобой традиционно его попробовать. Давай. Вот тебе кусочек. Боже, Надя, ты что? Ну? Все, как мы любим. Да зачем тебе говорить, ты репетируй, как кукарекать будешь. Самвел, иди съешь перчик. Так, перец. Положим где-то часть небольшую вот такую. Так, венцо кипит. Теперь нам необходимо в кухонной машине с насадкой кухонный комбайн измельчить вот ароматические овощи, морковь и сельдерей. Мы используем насадку кухонный комбайн, чтобы нарезать овощи соломкой. Острые ножи моментально справятся с работой. Мы только наблюдаем за процессом и регулируем скорость с помощью специальной ручки. Быстро, удобно и легко. Да. Само. Селера. Возьмем, наверное, 3. Не спешим. Сразу сдавайте, не готов даже. Так, добавляем сюда немного лимонного сока. Соответственно, его надо добыть. Есть вот такой гаджет. Да, у меня такая, да, у меня такой пестик дома есть. Это очень удобно, вот эта штучка. Вообще, гаджет мощный, вообще. Разорвал лимон в клочья. Да, вот это очень хорошая штука такая. Замечательный ингредиент, который спасет любого гребешка. Соевый соус. Да, конечно. А Самвел любит соевый соус, он мне говорил. Да, Самвел? Конечно, люблю. Соевый соус сделает гребешки не только вкусными, он сделает их еще и мягкими. То есть он размягчает немножко продукт, если томить минут 30, вот как мы будем делать. Так, теперь уменьшаем нагрев. Снижаем нагрев ниже среднего, добавляем 1 столовую ложку меда. Именно мед придаст такую тягучую текстуру, сладость. Он сбалансирует кислоту лимонного сока. Соль, которая есть в соевом соусе, мы получим такое кисло-сладкое пряное блюдо. Очень круто. Самвел, готовься. А уже как-то он тише стал, да? Да дохлый номер, ничего не тише. Он люди все за мене. Коронный ингредиент нашего сегодняшнего блюда – гребешки. Идут кукарекать в соус. Да, и ты следом будешь по торговому центру бежать. Есть у нас овощи. Мы теперь их должны немножко протушить тоже. Для этих целей мы используем кунжутное масло. Вот это цена будет гребешкам этим дохлым. Вот стоимость вот этой плошечки маленькой, гривен 3. Так, масло. Отправляем туда все-все овощи, которые у нас есть. Доставай, Надя, все, что в холодильнике, закидывай ему туда. Надюша. Самвел, я вот не пойму, ты что, против идеи приготовить что-то вкусное? Не, я не против, но понимаешь, когда оно не липится, так оно не липится, хоть готов, хоть не готов. Чувствуешь, что уже пахнет жареным петухом? Ничего не чувствую, еще там шустики тушится. Так, берем чесночок, я предлагаю его мелко нарезать, даже не давить ничего. Чтобы он там сохранился и не сильно пригорел, когда он будет мелкий. Я целиком кидаю. Так трахну ножом и целиком. Можно, и тогда, в принципе, целиком кинуть, кто как хочет. Просто не каждому нравится съесть целый чеснок, попадется вдруг. Просто можно его протереть чуть-чуть. А, Сереж, а тебе на проекте «Мастер-шеф» удобнее быть строгим или добрым? Я и есть строгий, поскольку на самом деле в жизни я такой и есть. Это нет. С тобой я милый и хороший, потому что ты вызываешь во мне вот эти вот чувства. Мне хочется быть таким открытым, щирым, потому что ты. А там? Несмотря на свою строгость, в тебе чувствуется такая неподдельная радость, когда у кого-то что-то получается. Оно прямо из тебя. То есть вот человек сделал что-то, у него получилось, он достиг какой-то высоты. И у тебя прям выражение лица меняет. Есть обратная часть, кулинарная. То есть мы же все кулинары, вот даже Самвел. Если человек смог сделать, особенно если первый раз у него что-то получилось по-настоящему, почему же не порадоваться? Больше хороших кулинаров, больше хороших экспертов, на все будет добро. Точно, как ты верно подметил. А еще, пока у нас есть время, мне интересно. Женские чары участниц. Наташа? Не-не-не. Как не? Ну, Наташа. Вы помните, да? Кто там еще? Катя. Катя. Катя из Одессы. Катя. Эктор, кажется, реагирует особенно на Наташину красоту, натуральный глаз. Натуральный талант. Здравствуйте. 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 Доброго дня. Мы же живые люди, елки-палки. Правда? А если вдруг какая-то прям западет там в 7-м или в 9-м сезоне в душу? Судья «Мастер-шеф» Сергей Калинин женился на участнице проекта. Думаю, что к 9-му сезону я точно буду женат уже.
На участнице? Да нет! Очень важно отметить, что гребешки должны готовиться ровно 30 минут. Вот так опытным путем установлено, что это то время, которое необходимо, чтобы дойти до вкусовой кондиции и до текстуры. Пройдет еще 20 минут, и мы будем дальше продолжать готовить. Да. Практически готовые уже овощи. Я хочу только упомянуть, что я предложил сегодня рецепт, который имеет китайское влияние, для того, чтобы удивить тебя, Самвел. Но ничто не мешает вам использовать обычное растительное масло, если вы хотите менее экзотичный вариант. Вместо лука порей обычный лук. Самвельчик, если ты возьмешь обычный лук, окей, ничего сильно не изменится, но мы делаем такой эталонный образец, чтобы ты понял, насколько вкусны гребешки. Хорошо, я пойму, да, дашь попробовать, я попробую. Так, а теперь мы смешиваем эти два ингредиента вместе и прогреваем их еще разочек, все перемешиваем. Вот эти овощи и гребешки ты вместе кидаешь? Да. Вот он сейчас загустевает, отлично. Самвельчик. Хочешь сказать, что вкусно? Ну, конечно же, мы добавим черный молотый перец для аромата, поскольку для остроты у нас есть перец чили. Соли не добавляем, или во всяком случае я не добавляю, поскольку соевый соус соленый, а вы уж смотрите, кому как нравится. В принципе, понятно, почему Самвел так сопротивляется до последнего, сомневается и отчасти справедливо в том, что это блюдо будет вкусным, ведь ему же не хочется ходить в костюме петуха. Ага, тебе бы хотелось. Или курицы. И Сереже не хочется. Поэтому важно, ли, чтобы мы хочется. Не только поняли, как можно приготовить гребешки, но попробовали и справедливо, объективно, насколько это возможно, оценили. И так будет разрешен спор. Блюдо доготавливается, а мы выпьем по чашечке кофе. Отлично. И анекдот я вспомнил. Прошу, угощайся. Благодарю. Обновленный Нескафе Классик каждое утро. Отлично. Анекдот? Жизненный такой. В ресторане повар и официант выглядывают из-за дверей и такие: «Боже, Вася, смотри, смотри, он действительно это ест!» Вот это точно, с этими гребешками. Еще так, ты видел это серьезное лицо? Я не видела людей, которые вот так слушают анекдот. А знаешь почему? Потому что точно. У него вся жизнь пролетела перед глазами, он увидел петуха, потому что он понял, что это вкусно. Он же знает, разбирается в кулинарии. Савел, ты знаешь, что это вкусно. Готово блюдо? Готово, осталось только его красиво представить. И есть лук, есть петрушка. Будет... Сережа занимается презентацией для подачи блюда. Я рассказываю, как мы его готовили, а Самвел вместе с моими гостями предвкушает дегустацию. Возьмите гребешки, белое вино, сок лимона, мед, соевый соус, перец, морковь, сельдерей, чеснок, лук-порей, кунжутное масло, соль, специи, сливочное масло, кунжут. Гребешки промойте, проварите 30 минут в подсоленной воде. Остудите, промокните бумажным полотенцем. Вино, сок лимона и мед доведите до кипения. Добавьте соевый соус и гребешки. Тушите 30 минут. Овощи порежьте и обжарьте на кунжутном масле с чесноком, специями и кунжутом. Готовые гребешки смешайте с овощами. Теперь осталось только подвести итоги. И пока ты накладываешь деликатес из куриных гребешков нам в тарелке, мы попросим нашего помощника вынести и вам, мои дорогие, порции, которые Сережа приготовил заранее. Здесь мы сделали последний штрих, когда уже дошли гребешки вместе с овощами, добавляете немножко сливочного масла, когда сняли уже с огня, чтобы затянуть и дать вкус блюду, и вот можно есть. Угощайтесь, пожалуйста. Вам выносить вердикт. Люди, голосуйте честно, конечно. Ой, боже, какое оно страшное. Это как макароны, какие-то петушки. Лимончиком. Самвел, тебе не кажется, что ты сейчас оказываешь влияние на людей, которые... Не кажется, я им кажу честно голосовать. Я честно даже боюсь такое есть. Ну почему? Необыкновенно вкусно пахнет. Пахнет офигенно. Ну это пахнет, потому что овощи. Ты гребешки пробуй, не овощи. Мягкий. Все, как хотелось сделать. Самвел, при всем уважении к твоим сомнениям, я тоже сомневалась. Ну вот, пожалуйста. Я не буду над тобой издеваться. Ну что-то такое вкусное, соевый соус. Прежде чем мы вынесем вердикт и решим, кто же наденет костюм, я предлагаю вынести этот костюм. Благодарю вас. Вот, даже гребешок не приготовленный. Итак, кто же наденет этот костюм? Самвел или Сергей? Понравилось вам это блюдо из гребешков? Да! Нет! Да! Поднимайте, кому не понравилось.
вы что, бессовестные или что? А ну, что, вкусно? Самвел, это эпик фейл, дай. Ну, если понравилось, Самвел. Це кошмар. Казали, махали, мені махали, бессовестно. Друг, ты все равно останешься для меня другом. Спасибо. Даже в петушином костюмчике. Спасибо. Я тебе сейчас отомщу, подожди. Я послушаем, как ты в костюме будешь кукарекать. Ничего страшного. Только художественно, спой что-нибудь. Вот сейчас я клюну вас за то, что проголосовали. Не так, как надо. Самвел сразу же вошел в образ, но это еще не конец. Как мы и договорились, в этом костюме у нас есть все необходимое. Нужно будет курсировать по торговому центру и танцевать, и песни напевать. Я просто петушком пойду. Так давай, так, артист, давай. Сказать это так. Вот, как, пожалуйста. Как? А ну, одевай, кажи, сюда. Тебе он лучше идет, Сережа. Где ты там? А ну... Надя, глянь, який він красивий. Хорошо, я одену і буду ходити. Ладно, якщо я обіцяв, то куди діватися? У мене вибору нема. Самвел, я з тобою пойду, і ми будемо з людьми робити селфі. Будемо веселити людей, а що плохого? Тільки я в костюмі петуха, а ти в своєму лице. Так, да, і це буде здорово. Головне, щоб посетителі торгового центру отримали удовольствие від цієї совместної фотосесії. Да! Результати якої ми побачимо вже сьогодні. Ну что, друг мой, проиграл? Спасибо. Надевай. Надо было тебе копыта конские дать, ну, готовить. Ну, в следующий раз. А я пока достану телефон и хочу сделать с тобой селфи. Имею право на первое. Блин, это из-за тебя. Так, улыбайся. Здрасте. С вами можно сфотографироваться? Вы такая курочка беленькая, мне беленькая нравится. Крейзи петушок. Серега, фоткай. Это я поймала. Здрасте. О, боже, тут сразу весь курятник пришел. Иди сюда. Я не поняла, вы сам вы. Да. Люди у шоке. Можно. Давайте фоткаться. Давай, да. Вот одну курочку зацепив, тут сразу весь курятник пришел. Я не кусаюсь. Удачки. Боже, дитина чуть переляк не получила. О, можно с вами сфотографироваться? Да. Не бойся, иди сюда. Иди сюда. Божечки, дитинка такая золота. Серега, иди фотографируй. Иду, иду, иду. Не бойся, зайка. Плюваться будем? Вы узнали целоваться? Этого петушка? А, да нет. Петушок. Я думаю, меня в клюв хочете поцеловать. Давайте. Завтра дальняя дорога. Запрягайте, хлопцы, кони. Здрасте. У нас сегодня акция, да. Самвел Адамян в роли петушка. А Сергей Калинин в роли тирана. Да, иди идите, мене, конечно, иди. Я что для этого... Ведь мои крылышки, да? Давайте. Девочка, ты иди сюда, ты видишь, какой я здоровый петух. Все подходите. Дивись на дядю туда. Тут мамка с цыплятами, да? Здравствуйте, можно с вами сфотографироваться? Иди сюда, вставай, и ты вставай, мала. Иди до мене, я тут встану. Ой. Можно так рукой помахать. Помахайте рукой. Надя, условия спора выполнены, как ты видишь. Все получилось. А я тебе скажу, ты не смейся, хе-хе-хе. Я тебе отомщу, мы с тобой еще встретимся. Да, 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 да. И я придумаю для тебя хуже наказание. Давай, чем... жду. Хорошо, все, и Наде тоже достанется.